Полицейские задержали женщину, которая, вероятно, пыталась похитить ребенка из детского сада Алматы. Таинственной незнакомкой в большой шляпе и черных очках, по версии следствия, оказалась воспитатель этого же дошкольного учреждения. Женщина призналась, что планировала похитить 5-летнего мальчика, чтобы затем потребовать у родителей выкуп. Чтобы осуществить свой план, она взяла отпуск, а после, замаскировавшись, вернулась в детсад. Ее подменяла новенькая сотрудница, которая не признала в похитительнице коллегу. По данным следователей, личность женщины удалось установить практически сразу. Ее задержали в Алматинской области в родительском доме. Вероятной неудачливой похитительнице грозит срок от 7 до 12 лет лишения свободы.